Я обращусь и обращаюсь сегодня, чтобы это осталось на видео, пока мы подготовим документы, в Интерпол, именно в Лион, генеральный секретариат, значит, с просьбой, пока устной, то есть письменную тоже составим, не реагировать на то, что сегодня пытается кто-то отправить из Москвы. Я знаю, что мое есть дело в Интерполе. Вы все прекрасно помните, сначала меня пытался треснуть Плохотнюк и все эти годы вел за мной охоту. Значит, сегодня, к сожалению, значит, судя по тому, что рассказывает там счастливый Дадон, что на следующей неделе и в Интерпол Усатого подадут и так далее, значит, тщательно изучить все эти материалы, запросить мою позицию. А самое главное, обратите, пожалуйста, внимание, это для Лиона я сейчас говорю, не для молдавского Интерпола, который контролирует Дадон, ну, он входит в состав Министерства внутренних дел Молдовы, не для Российского национального бюро, я говорю, для штаб-квартиры Интерпола в Лионе. Ребят, поднимите те материалы, которые из России писали вам про меня буквально 2 года назад. Значит, в каких я участвовал операциях, в каких странах мира и так далее. И сравните с тем, что вам напишут сейчас. Я уверен, что Интерпол примет объективное решение. Значит, материалы, которые я туда отправлю, я думаю, для них тоже будут очень интересны. Меня не могли сломать и не сломают сегодня. Я говорил буквально несколько дней назад в рамках одной телепередачи, что я никогда не поменяю интересы граждан нашей страны и интересы нашего государства на свои личные.